12 июля 2017 года в России изменились правила перевозки детей в легковых автомобилях. Внесен ряд существенных поправок, которые прежде всего касаются именно детских кресел. С сегодняшнего числа детей в возрасте до 7 лет обязательно необходимо перевозить в автомобилях с использованием детских удерживающих устройств либо систем. А детей в возрасте от 7 до 11 лет разрешается перевозить в автомобилях на заднем сидении автомобиля, также с использованием детских удерживающих устройств либо систем, либо пристегнутые ремнями безопасности, которые предусмотрены стационарно в автомобиле. Перевозка детей на переднем сидении грузового либо легкового автомобиля разрешается в возрасте до 12 лет, разрешается строго с использованием детских удерживающих устройств. Ну и еще одно новшество, которое введено в правила дорожного движения, хотел бы обратиться к родителям, которые также перевозят своих детей, это оставление ребенка в автомобиле без присмотра совершеннолетнего лица. Оставление ребенка в автомобиле запрещается, штраф за это предусмотрен в размере 500 рублей, поэтому хотелось бы обратиться ко всем взрослым, все-таки быть повнимательнее к своим детям, перевозить их строго согласно правилам дорожного движения и не оставлять одних, тем более вот погода налаживается, в солнечную погоду, в автомобилях, чтобы не случилось какого-нибудь несчастья. Изменения связаны с тем, что у нас дети, скажем так, в возрасте от 7 до 11 лет бывают очень большого роста, очень, скажем так, большого веса. И для этих детей сложно подобрать детское удерживающее устройство, соответствующее всем нормативам. Поэтому, я думаю, из-за этого внесены изменения в законодательство.